Долина без макияжа шокировала поклонников. Русская звезда без фотошопа и косметики шокировала даже преданных поклонников. Эстрадная певица Лариса Долина на собственном примере доказала, что звезды тоже люди, которых не щадит старость. Как ни старалась исполнительница хита «Погода в доме» скрыть возрастные изменения, усилия направились коту под общеизвестное место. Когда за дело взялись опытные папарацци, фотожурналисты раскрыли, что скрывает Лариса Долина за умелым и гибким макияжем. Долина, как выяснилось, маскировала пигментные пятна и дряблую кожу двумя тональными основами, что практикует визажист Джей Ло. Налицо эффект высветления зоны под глазами, а-ля Ким Кардашьян. А также еще один прием – увеличение и расставление акцента сразу на двух зонах – глазах и губах. На снимках в сети певица предстала в образе натюрель, где поклонники разглядели бульдожьи щечки или, по-другому, старение по типу шарпея. Пигментные пятна покрыли кожу дивы джаза, отчего Долина стала похожей на рядовую пенсионерку из глубинки.